Депутат Московской областной думы Владимир Жук и волонтеры «Молодой гвардии» в первые дни Нового года посетили Видновскую районную клиническую больницу. С собой они привезли подарки для врачей, находящихся на боевом посту независимо от выходных и праздников. С наступившим Новым годом, с Рождеством, пожелать всем здоровья, благополучия, успехов родным, близким. Мы видим, что ситуация, в общем-то, в целом в стране, конечно, она еще далека от совершенства, но динамику мы видим. По словам депутата, улучшить ситуацию с коронавирусом поможет массовая вакцинация. Уже сейчас некоторые пациенты ВРКБ проходят второй этап этой процедуры. Надо еще и подчеркнуть профессионализм, который растет по лечению этого заболевания на всех уровнях. Это и в условиях стационара, и в амбулаторных условиях. То есть, по сути говоря, мы сейчас уже знаем, в каких случаях, как себя проявлять и как лечить. Медицинские работники продолжают трудиться в условиях повышенной нагрузки. Редкие минуты отдыха для них сейчас особенно важны. Привезли продукты для чая, это чайные наборы, печенье, конфеты, чай, кофе. Ну, в общем, то, что люди пользуются, персонал в перерывах между работой. Врачи и медсестры остались очень благодарны подаркам и оказанному им вниманию. Всего нашего коллектива, нашей больницы, хотим поблагодарить за то, что не забывают про медицинский персонал, уделяют внимание. Всем огромное большое спасибо и низкий поклон. Поддержка со стороны депутата будет продолжена и в будущем. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.